Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобил Дан. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Моделька 2323 Classic-2. Это телефон 2009 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура. Снизу у нас микрофон. Сбоку у нас ничего не идет. Сверху у нас штучка на снятие задней крышки. Здесь у нас подзарядку для кабеля и для наушников. Сзади у нас вот тут музыкальный динамик. Давай-ка я его открою с паузы, потому что открывать его так неудобно. Ну, телефон я открыл. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Он карту памяти не поддерживает. Вот. Телефончик запускается. Запустить телефон без симки. Подтвердить. Ну, смотрите, он и правда в 2009 году вышел. Давай-ка я вот так сохранить. Заходим в менюшку. Сообщения. Новые сообщения, входящие. Электронная почта, черновики, исходящие, переданные, сохраненные, отчеты о доставке, чат, голосовые сообщения, информационные сообщения, служебные команды, удалить сообщения, настройки сообщений. Контакты. Имена, создать, синхронизовать все. Настройки, группы, быстрый набор, удалить все контакты, переместить контакты, скопировать контакты. Журнал. Все вызовы, непринятые вызовы, принятые вызовы, набранные номера, адресаты сообщений, очистить списки вызовов, длительность вызовов, счетчик пакетных данных, таймер пакетных подключений, журнал сообщений, местоположение, журнал синхронизации. Настройки. Режимы, темы, сигналы, дисплей, дата и время, мои ссылки, синхронизировать. Резюме копирование, подключение устройств, вызовы, телефон, аксессуары, конфигурация, защита, восстановить стандартные настройки. Галерея. Фото, видео, музыка, темы, графика, сигналы, записи, принятые файлы. Мультимедиа. Музыкальный проигрыватель, радио, диктофон. Органайзер, будильник, календарь, дела, заметки, калькулятор, таймер, секундомер, приложение, игры, коллекция, интернет, Nokia Mobi, домашняя страница, браузер, загрузить, интернет-услуги. Ну и все. Обзор на Nokia 2323 Classic закончено. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии, ну и все. Всем пока-пока.